Сегодня в Тюмени презентовали новые автобусы, которые будут обслуживать городские маршруты. Среди них абсолютная новинка для нашего областного центра – электробус. Заряжается всего час. Но основные модели для презентации – автобусы на метане. Алексей Козлов интересовался плюсами для пассажиров. Водитель автобуса показывает возможности современной машины. Она наклоняется, если нужно погрузить инвалидную коляску. Правда, пандус опускается вручную, а вот люки в салоне автоматические. Идет автобус тоже гораздо мягче, совсем другие ощущения. Ходит он мягко, плавно идет, вообще плавно. Не бьет ничего и запахов никаких нету. Там выхлопы идут, попадают, понимаете, а здесь нету этого. Все меняется, все можно подогнать. И как бы амортизация хорошая такая, и руль подгоняется. Этот автобус ездит на метане, а вот этот на электричестве. Пока он один, для эксперимента. Перевозчик говорит, выбирали этот транспорт более 2 лет. Главная задача была купить надежный и недорогой автобус. Подошли российские. В первое время придется столкнуться со сложностью заправки. Получился ЛиАЗ дешевле. Значит, надежнее, в плане двигателя дешевле, потому что это российский двигатель. Мы впервые закупили 10 машин, которые работают на газомоторном топливе. На сегодняшний день, например, стационарная заправка находится только на Илуторовском тракте. Ну, к примеру, от первого пассажирского она находится на расстоянии 18 километров. Планируется построить еще несколько заправок. Тем не менее, для пассажиров автобусы удобнее и оснащеннее. Кроме кондиционеров, в салонах есть камеры видеонаблюдения, поможет решить спорные ситуации с падениями пассажиров. Из нововведений стоимость проезда будет дешевле. Действовать будут 2 вида скидок. С 1 января 2018 минус рубль, а с 1 декабря этого года минус 5 рублей. Чтобы не было путаницы, речь идет о 2 скидках. Одна скидка, которую предоставляет администрация города, она предусмотрена тарифом. Эта скидка составляет 1 рубль при оплате любым безналичным способом, будь то транспортная карта, либо банковская карта. И вторая скидка – это отдельная акция нашего партнера компании MasterCard, которая предоставляется MasterCard. Она составляет 5 рублей, но она будет ограничена во времени. Новые автобусы уже выпущены на маршруты. Алексей Козлов и Евгений Проскуряков. Тюменское время.